Я штурмовик! Я штурмовик! Мне похую! Мне похую! Я к вам приду! Я к вам приду! И всех убью! И всех убью! Когда? Граната! Чисто, возвращайся! Трой, трой! Минус! Офіцер, він відповідає за напрямок, за мотивацію. Він має пояснити, навіщо, тобі, окреслити, куди. А сержант відповідає за слово «як», як це виконувати. Уважно всі слухаємо командира відділення, рацію і тому подобне. Плюс? Плюс. Це більш дотичність до поля бою. Це дотичність до хлопців, до фронтових буднів. Вона завжди буде мати більшість прихильників. І ми це культивуємо. Тобто ми показуємо через власний приклад, тому чому сержант – це якраз от та людина, яка лідер на полі бою. Лівий фланг, прицельно, по два патрона. І так от створилась ідея створити нашу сержантську школу, такий інтенсивний курс. А мені потрібно було створити нову систему інструкторів, яка зможе створити оцей стовпець сержантства, яка зможе створити систему, яка буде давати нам відновлення, яка буде нам створювати лідерів, навчати командирів, навчати солдатів, не відриваючись від бойових дій. От якщо просто дістати книжку, мануал настанову радянську, американську, там немає рецепту. Рецепт – це досвід, як це застосовувати. Треба приклади. Ми брали кращі настанови Заходу, адаптували їх під наше озброєння, під нашу ментальність і під нашу війну. Все, починаємо. І нарізається ситуація, яка імітує реальні сучасні бойові дії. Тобто скупчення, по-любому щось прилетить, ти з'явиш, станеш пріоритетною ціллю. Там впаде дрон, пристріляється міномет. Мам, розорвала сраку, нахуй, лежиш, орёш. Орёш, лежиш, блядь. Я её в следующий раз в ебальники кину. Не тупим. Двигаемся, вы нахуй отсюда рассасываетесь, блядь. Блядь, он вытекал нахуй, давай швыше, блядь. Что, можно не затягивать? Крути нахуй нормально, блядь. Выстрелка, реализатор, положите мне статус-код. Мы намагаемся створить им такую ситуацию, в якій вони вже були. Тобто небезпечну ситуацію з поля бою, занурити їх знову. Да, є втрати, да, постійні евакуації, де провальні операції були, ми з ними їх розбираємо. Перша штурмова операція, зазвичай, вона в них провалюється. Група чистить здані. Продовжуємо рух далі. Він автомат держить, держи його в сектор, поки він держить автомат, щоб його не закрили. Чівас, насипайте в ліву сторону. Ні, обратно, обратно. А чего, брат? Вы меня забыли. Как только вы закрепились в доме, все, вы поняли, что вы закрепились, сразу рывок нахуй делаем. Чем больше будет натиска, тем больше им будет страшно с вами лазить, потому что они подумают, что вы ебанутые нахуй, что вы так лезете. Поверьте мне, это работает. Йор, что за хуйня? Что мне у вас кинуть надо, чтобы вы, блядь, поняли? Я раз ебанул вас за то, что вы скупчились. Этот же, блядь, нахуй, оживлённый. Блядь, я вибачаюсь, но я хотів доповісти, що у нас 300 в штаб, блядь. Ніхто не відповідав мені в ответ. Ніхто, блядь. Я вже, блядь, 10 раз. Не будете рацію троїть. Замотайте себе на ус. Ви не должны друг к другу подходить близько. Вас не должно быть больше двух, нахуй. Сейчас, блядь, каждый гусь, блядь, летает и пускает FPV. Ми теж ростемо. Тобто ми працюємо так само, коли я пророблю сценарії, пророблю розбір помилок з курсантами. Після також ми, курсанти вже сплять, а ми з інструкторами збираємося і проговорюємо свої дії. Робимо, щоб стати ще ефективніше. Приготовились! Старт! Заход! Іду! Іду! Знаю! Ты, блядь, пострелял, спрятался, опять в той же самой позиции, вытащил голову, опять пострелял, спрятался. Два раза прокатит, на третий раз пидор поймет, где ты стреляешь, он просто вскинет автомат. Только ты поднимаешь голову, нахуй, тебе летит в голову. Поэтому после каждого выстрела меняем позицию, запомните. Пулемет на удар! Зимой спрячьте, блядь! Я не слышу огонь, тебе пустые! У нас все четко! Левый пустой! Левый пустой! Что по командам там? Ой, блядь.
принципе, план был охуенный, тактика была охуенная, но что-то пошло по пизде. Еще самое важное, самая база. Никто, блядь, не дублировал полком команды. То, что говорил только командир отделения, где-то информация, блядь, до вас доносилась, но дубляжа ее не было. Блядь. Поэтому ему приходилось надрывать глотку, блядь, не до всех доходило до конца информации, только спустя какое-то время. А мы знаем, что, блядь, в таком моменте, блядь, скорость принятия решений самое важное. Давайте становиться профессиональнее, учитывая свои ошибки в будущем. Они спасут жизнь вам, а еще важнее бы вашим, блядь, подчиненным. Ми прививаємо, то есть, розуміння сержанту, що він відповідає за особовий склад. Що коли вони пройдуть там на нозі, там 5 кілометрів, займуть цю посадку, відкинуть штурм, то есть, відкинуть накат противника, їм потрібно буде закапуватись. Закапуватись, робити фортифікаційні споруди, а сил немає, де їх взяти. І тут є дисципліна, і тут приходить сержант. Итак, ну что нам дан сегодняшний день? Будем с вами готовиться к обороне. Перед сержантами стоїть задача організувати оборону взводного опорного пункту. Вони прийшли вже на більш-менш підготовлені позиції, їх треба вдосконалити, зробити резервні позиції, виставити кулеметні точки, точки для роботи протитанкових засобів, організувати стаб-пункт, КСП, тобто, в принципі, організувати повну оборонну позицію для свого взводу. По можливості нам треба їх немножко углубити, особливо ті місця, де більше всього у вас буде движення. И чем-то перекрыть, чтобы, блядь, нейтрализовать угрозу, блядь, прицельных сбросов по вам с мавиков. А занимайте давайте оборону, ебаный рот. Тут работы очень много. Что делать? Что отсюда по высоте сможешь стрелять или нет? Конечно, конечно. Я специально выбрал эту позицию, она по высоте чуть-чуть еще окопаться. И все, я уже идеально, ну то есть у меня даже сейчас сектор идеально просматривается. Нам надо огневую точку себе выбрать. И если мы рисуем индивидуальную карточку огня, то надо сразу себе ориентиры позначить. Здесь передо мной я вижу там поодиноке дерево, слева наблюдаю еще что-то похожее на блиндаж. Вот два ориентира уже есть. И сделать нормальную пулеметную позицию где-то на высоте и укрыть пулемет. Одного фаертима должно хватить. Когда-то копал окоп в Богдановке и думаю, хорошо, что началась война, не надо копать огород. Как раз підходить вираз. Ебать копаю. Если бы не было войны, я бы, наверное, сейчас работал на какой-то скучной работе. Я бы не занимался спортом, был бы очень в меру упитанным. И вообще что-то не парился бы, работал бы себе, ни хера не делал. А тут физическая постоянная нагрузка, ты подкачанный. Ты постоянно прокачиваешь свои мозги, ты не деградируешь. Вот кто бы там что ни говорил, но мы выходим из этого, знаешь, совкового понятия деградировать в армии. Ви тут друзі, дивіться, накат, у вас немає задачі зробити ахуєвший накат. У вас задача замаскувати позицію. А могли би, кстати, зараз десь каналізацію комусь прорити? І за це лаве отримати. Процесс идет. Что вообще, как тебе курс? Нормально. Лекции у кипта хорошие. Много с них можно взять. Мы проводим вишкіл в умовах городских боев. Мы ему даем им приклады от Бахмута, Мариуполя, Чечни, Сирии. Все, что мы вивчали, где мы были сами, чи вивчали это с открытых джерел, закрытых джерел. Мы даем им сценарий, мы даем им практику. Выйти в поворот, зайти, взять под огневой контроль открытые участки и, как мы в прошлый раз делали с вами, зачистить вот эти маленькие здания и взять под огневой контроль, блядь, угол, блядь, больших домов, сектора, чтобы штурмовая группа могла к ним уже пойти и начать непосредственно штурм. Все по старым чертежам. Один тут, один тут. Ворота мы дергаем только с помощью веревки, либо кошки. Никогда не открываем их самостоятельно, потому что хуй знает, что вас там будет ждать. Как мы знаем, если мы работаем с углами, первый человек у нас никогда не держит 12, он держит угол прежде всего.
потому что он первый выходит на линию огня, по сути. Давайте пробовать, мужчины. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Иду. Хорошо. Чисто. Был момент, что не держал никто. Да, на якую. В условиях городского боя секунда может стать роковой. Ты будешь держать, блядь, этот сектор полчаса, но только ты проебешь, заснешь, а тут обязательно какой-то пидор высунется, блядь, и начнет открывать по вам огонь. There is no single tactic that's going to work. Не существует единой тактики, которая будет всегда работать. Мы не идем защищать траншею сразу с четырьмя, там, шестью людьми вот впереди. Same with inside of a building. То же самое внутри здания. Minimal risk to force. Минимальный риск для всей вашей силы. Like второй хочет просто пройти через проход. Ему пизда. He's dead. He's dead, right. Да. He's coming. Да. Yep. He's clearing. Он зачищает. Он потом пошли. Go. Заходим. Gonna trench, right? Clearing as much of it. Давай. Okay. Это дуэль автоматическим оружием. You will both lose. Вы оба ее проиграете. So that second barrel is the only chance you have of putting him down. Твой единственный шанс убить его. Все, давай. Пошел! Бам! Бам! Сектор плюс. Так, есть понимание, господа? Да, мы в любом случае несколько этапов будем делать, то есть мы будем еще раз это прорабатывать. Я им поясню, що якщо ти серйозно відносишся на навчання, ти можеш звідти витащити десь 20% досвіду, так само як з бойових. Але ти не платиш зворотньою медаллю, кров'ю чи втратами. Я вчу на основі здебільшого 90% бойового досвіду бригади. Я їм даю бойовий досвід Маріуполя, Широкінської, принципів лідерства, управління. Всі свої помилки, які в мене був довгий час переробити в голові, і знайти шляхи їх недопущення, шляхи подолання цих помилок, щоб вони вже вчились, не допускали моїх помилок. Помилок Азову, помилок батальйону там. Команда була, грузиться, не спішіть, це сюди успіємо, де командири. Увага, блядь, 10 минут рассредоточиться по фаертима максимально, но не кучкуемся. А какая у вас зараз задача стоит? Штурмануть все окопы, которые... Готовы начинать движение. Плюс, плюс. Приготовьтесь, зараз будет рух. Все, я пошел. Давай. Все, пошли за ними в лес по одному, давай. Давай, давай, я, давай. Француз, француз, я первый. Да, иди, иди, иди. Зайдет в голый лес, кто знает. Брат, давай сместимся. Давай. Контакт! 24/12! Ебаш! Блять! Хаски, хаски, ваш статус, доложи, я чего? Вот туда бы гранатку бы. Простреливай туда. Заходи. Вот тут сидел, в углу. Охуенно. Триста? Right. Yeah, you... Тебя никто не прикрывал. 300 there. Ты 300, Паша, стоял без прикрытия. Okay. Почему-то. Ну это... Use fucking cover next time. Ми вчимо особовий склад створювати на тренуванньому процесі першочергово можливість помилятись, виявляти цю помилку, виправляти її, ставати сильніше. Тут ще бліндажик є. Тут пидор был, блядь, соседям окопе, ёбаный рот! Сынкой, Паша. Где? Вон сюда, закинешь. Граната! Не попал. Блядь. Чисто, 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 возвращайся, возвращайся! Все, доиграли. Карта Рыковач 200. Что, у нас 200-е? Да, 200. Пизда! А где ты шарик видишь? Я посмотри внимательно. Ай, блядь, в окопе сидит. Я же вам подсказал, блядь, вы точно все зачистили? Да, тыл. Тыл проебали.
Бам-бам-бам, Берн 300! Да пиздец, блядь! Ёбаный рот! Упал, блядь! Тобто ми створюємо умови, в яких помилятись – це, як кажуть, не зашквар. Всі помиляються. Ми маємо знаходити свої помилки і працювати. От на цьому принципі After Action Review, тобто аналізі після дії, і будується, в принципі, школа лідерства, школа Коновальця. Давайте перший взвод по відділенню. Що було сплановано ваші дії, що пішло не так, блядь, рішення нам. Проговорите хоть часть, блядь, своих ошибок. Со стрельбой позачищали, но из-за того, что провтыкали слева шарик один зеленый за бруствером, инструктор сказал, что мы 2200 сразу. Зараз дрони, зараз арта, зараз кожен сержант, кожен солдат має бути красавчиком, щоб врятувати свого побратима. І ми вчимо їх бути цими красавчиками. Вчимо їх враховувати кожен аспект, планувати кожен аспект, а не працювати на авось, не егегей. Комфорт, що там? Начинайте проводить эвакуацию 300-х. Вони мертві, я живий. А що в тебе? Нога. І ти можеш сам іти? У нього нога перебита, він може сам іти? Кажеш, кандибать може. У нього три пулі в ноги. Він говорить, тому що тигр жорсткий, нахуй. Він не хоче вас підйобувати. Але ніхуя не може іти сам. Ви повинні це самі розуміти. Вихід! Вихід! Бум! Пизда, вы уже контужены, нахуй! У меня сардины, блядь. Да похуй, у меня сардинами нахуй вырубило, дядя. Все, понял. Бам! АПшка ёбнулась! Бам! Опять АПшка упала! Какое-то хуйло там сидит, сука, с подволом, блядь! Бам! Выход ГП! Блять, надо щось робити, нахуй, виходить отсюда. Так подвигайтесь. Давай, ми з тобою ближче його, блять, під руки понесли. Готові? Раз. Раз, два. Пам-пам-пам-пам-пам. Крой, крой. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Также я увидел, пока стоял, наблюдал, как группу, которая выносила 300-го, за 200-л мина, которая упала прямо им в окоп из-за того, что они шли по прямой без прикрытия. Все. Мы, значит, дотащили кабана этого и от бессилия, короче, упали все втроем. Должны были рассосаться и по нам прилетело, потому что мы остались на одном месте. Нас срисовали. Вог догнал. Да, и Вог догнал. Спасли, так сказать, товарища. Блядь, еще одна граната прилетела. Голова, блядь, ты что, ничего не слышишь, нахуй? Слышу. Что ты слышишь? Дрон. Какого хуя ты молчишь? Барс! Турист-серфер, над нами дрон, занять укрытие. Люс! Беспилотник. Умовный вогонь! Блядь, умовный! Вот это мы здесь затроили, помнишь, вот здесь на этом месте? Угу. И хотели сюда идти, а надо было сюда бежать, но... Это... Проскочил. Все так, кажется, добре було, але трохи комунікація у нас була поганенька. У нас ще хтось остався? А побратими не можеш з правого фланга прикрити нас? Завдєт, я пробую з той траншеєю зв'язатися. Траншею чистили на 7 із 10. Яка у вас задача? А далі повне очко вийшло. Мало комунікації. Можно попасть в ситуацию, но выйти из нее, вырулить здесь. Что дальше делать? Поняли, что не там? Ну, мне надо было наладить с ними коммуникацию. Рация была только у меня одного. А они остались все там. Ну и пришлось бежать. Резерв пришел. На носилке. Стоп! Помогай ногами, блядь. Блять, мене ноги прив'язані, ви, блять, сука, молдавани, нахуй. Ногами помагай їм, блять. Хуями, нахуй. Сука, зв'язали, блять. Інваліди ходячі, нахуй, блять. Сука. Виріжте, нахуй. Хуні, будь ласка, блять. Поїхали, нахуй. Давай, ложи. Ложи, блять, пам'ятали, ноги виріжте. Основним прийомом вважаю те, що, значить, точка деевакуації, я розумів. Але я не знав, що є точка збору поранених там в лісочку. Це чисто мій прийом, і я не уточнив це питання у свого командира. Ні, хуйово ми бросили. Хуйово ми бросили, окопна лінія тут далі. Типу.
Как ты это? Шева, ты кидал, кинешь дым? Кину. Куда? Куда, да, я сказал, куда. Да, я показал руку. Да. Кину, куда, блядь? Я могу туда въебать, да? Да, да, примерно так и так было, не правда. И... Смотрите, парни, задача вот этого After Action Review, анализа попередних дней, разбору полетов, это не личности, это конкретный случай. Мы обсуждаем конкретный случай, блядь. То есть из-за вашей дискоммуникации, незнаний, там, ТТХ, там, возможностей, вы делаете вот ошибки. Нам надо, блядь, понять, блядь, осознанно это, неосознанно, блядь, просто на отъебись, блядь. Чтоб в жизненной ситуации вы сделали, блядь, кардинально противоположное, сделали правильный выбор, блядь, и не затрехсотились, задухсотились в реальности. Вот это есть слаживание, вот это взаимодействие, когда группа уже понимает друг друга с полуслова. Потому что она раз 30, 40, 50 вот так вот, блядь, обсыралась, блядь, на тренировках. Они уже все эти моменты пережили, блядь, на учебном татаме, блядь. И тогда уже в бой идут, блядь, понимая, вот эти все нюансы уже пережиты, блядь. Тут вы эту модель просто должны вот запомнить и перенести потом уже в свои реальные подразделения к своим реальным людям. І зазвичай, коли вони проговорюють з нами, пророблюють кожну свою помилку, це як воно схоже половину на допит, а половину на сеанс у психотерапевта. От, і ми точно так же з ними, блін, всю проблему по поличкам розкладаємо. І коли у них іде вже там фінальний штурм, вони враховують ці помилки. Все, рух! Рух, рух, рух! Граната! Сиди! Чисто, чисто! Твоя! Єсть! Плюс! Грани, голами, запускайте в розгон. Кирим, кирим, розтягуйтесь, дольше по трансферу, переходим на гебору. Рух, 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 рух! Пустой! Рух! Готов? Накрепляемся! Накрепляемся! Растягивайся! Пошло! Поворот направо! Поворот направо! Стой, стой, стой! Вижу! Чисто! 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 Все, парни, заняли сектора! Вони забирають цю перемогу. Вони на позитивному досвіді отримують свій ніж. Ніж, древню традицію ножа відродила Центурія. Її підхопили мої побратими з Азову після повернення. Її підхопили і ми. Тобто наш сержант, молодший командир, командир відділення, тобто він отримує ніж зі своїм псевдом, з гербом бригади і з кредом сержанта. Слідуй за мною, роби як я. Сержант, він направляє, він lead the way, він направляє цей шлях. Тобто він такий промінь світла в нашій тьмі. І люди будуть йти за такими. Я сержант. Я сержант. Лідер солдатів. Лідер солдатів. Вірно захищаю цінності українського війська. Вірно захищаю цінності українського війська. Навчаю солдатів, керую та направляю їх особистим прикладом. Навчаю солдатів, керую та направляю їх особистим прикладом. Ніколи не змирюсь із поразкою. Ніколи не змирюсь із поразкою. З довірою та повагою ставлюся до моїх солдатів та командирів. З довірою та повагою ставлюся до моїх солдатів та командирів. Перетворю на традицію, сержант – це гарант успіху. Перетворю на традицію, сержант – це гарант успіху. Тому що я сержант. Тому що я сержант.